скрывать пяточки зимой от посторонних взглядов, да и от своих тоже. Помогают носки и закрытая обувь. А с наступлением теплых дней, конечно же, мы вспоминаем про свои ноги и, взглянув на них, ужасаемся. Кожа пяток потрескалась, стала грубой и даже поменяла цвет. Одевать открытую обувь просто стыдно. Что же делать в такой ситуации? Можно ли как-то помочь своим пяточкам, чтобы вернуть им былую мягкость и гладкость? Для себя я нашла одно средство, которому уже никогда не изменю. Действует оно быстро, а компоненты для его приготовления стоят сущие копейки. Для этого потребуется мазь календулы 20 грамм, витамин А 10 грамм, и стеклянная баночка. Эти компоненты вы можете найти в любой аптеке. Вы можете использовать любое другое количество мази и витамина. А главное, не забывать пропорции 1:2. То есть одна часть витамина берете и две части мази. Тщательно перемешайте эти два ингредиента и переложите готовый крем в стеклянную баночку. Лучше всего использовать банку с широким горлышком из-под использованного крема для лица. Готовое средство нужно хранить в холодильнике приблизительно неделю. Обязательно закрывайте баночку крышкой, иначе витамин А может быстро разрушиться. Как правильно пользоваться кремом? Крем следует наносить один раз в день, но не чаще, 2-3 раза в неделю в течение месяца. Затем в целях профилактики используйте крем один раз в неделю. Помимо пяток, крем можно наносить и на всю стопу, включая ногтевые пластины. Если у вас запущенные пятки и сильно потрескавшиеся, перед применением крема сделайте ванночку для ног. Возьмите 1 литр теплой воды и 1 столовая ложка соли. Затем обработайте пяточки пемзой и только после этого нанесите крем на чистую и сухую кожу ваших ног. Сверху обмотайте их полиэтиленом, наденьте носки, желательно хлопчатобумажные, и ложитесь спать. А утром сполосните всего лишь ноги теплой водой. На этом у меня все. Кому понравились советы, делитесь со своими друзьями, знакомыми, комментируйте, задавайте вопросы, ставьте лайки и, конечно же, не забывайте подписываться. Всем пока!